have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Ладушки, посмотрим, у нас тут Rain World, к тому же я установил где-то 6 разных игрулек, что-то из них станет прохождением, что-то из них станет посмотряшкой, монах, сильный дух в слабом теле, гармония, так, может мышкой на этом пока что играть, я пока взял геймпад, давайте я пока... Да, пока что мышкой, потом, если что, переключимся на геймпад. Гармония с тайнами мира и сострадание его, к его обитателям позволяет тебе избирать мирный путь. Выживший. Вообще, все это очень сильно пока что напоминает какого-то Ори. Ну, не какого-то, а вполне определенного. Вообще, Ори это обалденная игрушка, если что, она мне очень нравится, поэтому я к ней с уважением. Ну так, выживший, ловкость, всеядное существо, хищник и добыча. Тебе предстоит оказаться в суровых землях и найти свой путь. Полагайся в первую очередь на осторожность и смекалку. О как. Так, получается, то у нас ловкий, это сильный дух в слабом теле, это ловкий, осторожность, смекалка. Охотник. Недоступен, кстати. Обладает силой, быстротой и бешеным метаболизмом. Придется постоянно есть мясо. Однако пустой желудок будет не единственный из забот. Ведь на пути охотника лежат невиданные опасности. Хорошо. Монах или ловкач? Получается, почему-то охотник нам недоступен. Сильный дух в слабом теле. Тайны мира. Я возьму монаха, наверное. Я еще не знаю, как что... Мы пока просто пробуем. И начало похоже на Ори. Смотрите, лес. Надо будет посмотреть лор. Они как-то связаны с Ори или нет? Rain World. Потому что очень все прям похоже. Похожие существа, похожий лес, похожее дерево. Ладно, все, помолчу пока что. Дождливый мир. Понятно. Ну, немножечко завязочки нам дали о том, что происходит. Кстати, эта игра болеет точно той же... Ну да, геймплей, кстати, не похож. А, ладно. Так, Shift. Взять, сесть, прыгнуть. Прыгнуть на X. А, на Z. Взять и съесть. Пробел карта, подожди. Да, мир может быть и похож в заставке, но здесь вообще ни разу не похоже. Испытываешь голод, найди еду. Я понял. Я же говорю, что эта игра болеет той же самой... У нее та же самая проблема, как говорится, что у большинства подобных проектов... Когда ты включаешь перевод на русский, то шрифты выглядят просто, я не знаю, как кусок говна какой-то. Но нет, игру это пока что вообще ни капельки не портит. И... А, спасибо.
Иксом хватать, я понял. А, зажимать. Все, сожрал. Это заж... А, съел, все, хорошо. Это две я восстановил, да? Съели третью, отлично. Наверное, да, пока что буду на контроллере пытаться это все делать. А как мне туда? Или я туда не могу, или мне сюда надо? Хорошо. Излишки еды более трех сохранятся на потом. Супер, спасибо. Да, обучалочку мне такую дают, да? Теперь обратно? Или мне наверх или обратно? Наверх я никак вроде попасть не могу. Теперь туда, понял. Ага, по веревкам лазить. Та штука внизу, я так понимаю, что мне оно как-то опасно или что-то такое. Туда надо, понял. Стоп. Вроде все сделал, как попросили. Сначала. Погоди, я так и сделал. Вверх, да? Понял. То есть сначала прилечь, потом. Угу. Скоро пойдет дождь, найди убежище. Понял. Пока что очень непонятно. А тут что? Кажется, мне не надо с этими ребятами знакомиться. Так, здесь безопасно останется, чтобы впасть в спячку. Остался, хорошо. Там двойка перевернутая какая-то. Все закрылось. Это мои запасы еды. Переход к следующему циклу. Давайте. Запасы еды практически закончились. Опять жрать надо. Геймпад при этом бешено вибрирует. Да, теперь туда. За тем, чтобы похавать. Да? Туда, я понял. Я могу охотиться с помощью этой фигни. Сбил кого-то. Я тут и попасть не могу, вы что, издеваетесь? Наконец-то. Сожрали. Сожрали. А, вытащить я его не могу. Я его воткнул, но вытащить не могу. Понял.
теперь мне туда. Нормально, двоих схватил, в воздухе сожрал. Туда я проползти не могу. А как мне, извините, тогда сюда забраться? Я могу лазить по любой отвесной палочке, там всякому такому, да? Ага, вот я здесь. Все, я просто себя не сразу нашел. В этом мире так трудно себя найти. Наверное, сюда. Какой-то мир. Туда. А что у меня в руках? Так, это нас типа базовому паркуру какому-то учат. А там наверху тогда что? А, мне туда наверх и надо. А как? А, нормально, он цепляется. Не совсем очевидно, но ладно. А нам сейчас... Ну, типа, есть вот этот вот проход. Тут тоже можно поспать. Давай. Ну, короче, все, что мы делаем, это жрем и спим. Три поинта занимает. Понимать бы еще, что эти значки значат, было бы супер. Выглядит интересненько. Так. Опять жрать? Так, а ты у нас кто? Я что-то схавал. Какой-то цветочек. Там уже какое-то говно внизу ползает. Блин. Это говно хочет меня съесть. Опа! Что-то оно слишком близко ко мне подобралось. Так. Я их ударил. Мне кажется, это их разозлило. То есть вряд ли я могу их убить таким образом. Но разозлить, да. Все, сожрали все. Нам вниз. Давай вниз. Урон я не получаю таким образом. Давай, до свидания. Вот какие-то синие вот эти фрукты. Нет! Я сожрать ничего не могу. Уйди, 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 уйди от меня нафиг. Я хотел в него эту штуку метнуть. И кто же думал, что оно за мной погонится? Вы мне предлагаете его убивать как-то? Так, я тут везде уже был, по идее. Сюда же оно за мной не пойдет? Пойдет.
Или все-таки нет? Так, это отсюда я прилез. Минуточку. С той стороны-то я не был вроде как. Сейчас посмотрим, если я могу туда свалиться. Могу. Там явно двойной прыжок нужен. А у меня какая-то пауза, удерживать... А, удерживать карту. Ага. Ого. А синие... Не понять бы легенду, ладно. Пока что... Нет, пока что игра мне подсказывает, куда мне, если я замешкался. Гляньте, тени там такие ходят. Допустим, если сюда... Я могу тут же опять поспать? Могу. Отлично, отлично. То есть мне нужно просто логово, чтобы мутировать. Вот и все. Я не знаю, во что я мутирую. Типа раз, два, три. Жрем, спим, жрем, спим. Симулятор пожирания сна. Там следующее, кстати, последнее. Ну, пока что оно так выглядит, что оно последнее. То есть мне, по идее, мне еще нужно разочек пожрать. Каким-то образом. Чего это было? Это было очень странное видение. Так, куда мне? Сюда или туда? Или сейчас все равно? А. Нормально, еще одного. Ну, в принципе. Туда. Блин, а вот это что за комар такой? Оно тоже перемещается как-то через эти. Мошки эти перемещаются. Короче, меня просто обратно в спячку тянут. Давайте. Если это все, что от меня сейчас требуется, я не знаю. Ну, как бы, с одной стороны... Там что-то было. Ну, то есть, это был я, не я. Все, спим последнюю фазу. Чего? Выживший. Я перешел на выжившего. И чего теперь? Я как-то по-другому буду двигаться, я что-то по-другому умею. Выгляжу пока так же. Не знаю, не знаю. Пока ничего не поменялось. Но говорят, что туда. Давай попробуем. Куда ты хочешь, чтобы я пошел, туда или туда?
А, я сюда не могу, вход только здесь. Туда. А, кстати, я же там внизу проползти могу, если... Стой, камень возьми с собой. Лучше ходить с камнем, чем с голыми руками. Видели, там зеленая фигня светится, да? Цикл четвертый, окраина. Окраина. Туда. Хорошо, попробую. А, да, давай сюда. Вылазим. Нет, зачем? На тебе по лбу. Я не знаю, испугалась она, не испугалась. Ну, типа ему прилетело. А почему ты не зацепился-то, дружище? Я надеялся, что я на эту штуку прыгну. Ну вот, вот, видите, я надеюсь, что он уж схватится, или мне это надо нажимать каждый раз? Да, наверх я проползти не могу. Нажимать, видимо, надо. Сюда, сюда. Хорошо. Договорились. Теперь. Туда все-таки хорошо. Ну, хоть кого-то сожрал. Не излишков, как говорится, нету. Но хоть что-то. Куда ты теперь от меня хочешь? Туда. Там какие-то видения. Здрасте. А мне туда надо? Стой. Надо вот эту кочергу с собой взять. Туда! Так как... А он не долетает, стой. А, ну тут можно просто заползти, чё-то я. Так, тут мы ползаем медленно, надо это учесть. Если за нами будут резко гнаться, это будет резко нехорошо. Ага, вот тут можно подтянуться. Стой, возьму лучше копье какое-нибудь, не знаю. Вот тут можно подняться. Типа, если мне придется мутировать, у меня 3 этих есть, мне бы хотелось бы 4. Куда? Наверх. Хрена себе. Паркур фигов. Я это все прополз? Синий, я так понимаю, где хавчик, да, обитает? Ага, ага, ага. Очень, кстати, интересно, здесь карта устроена. Так, куда ты теперь от меня хочешь? Вот, по-моему, только один путь, да? Угу.
Что, извините? Ладно, спасибо. Такого я не ожидал. Угу, промышленный комплекс. Туда вниз можно, вот там можно вверх проползти. Давайте сюда. Не, давай сюда. Спасибо. По крайней мере, фол дэмэджа нету, и на том спасибо. Така. Это иногда... Так, сохранение прошло. Это иногда немножечко сбивает с толку. А как? А, можно прыгать, кстати, на этой штуке, когда находишься. Так, стоп. Все, понял. Подожди. Нас же учили этому. Там надо как-то вниз, что ли? Да, вот так. Тупанул, забыл. Нас же учили этому и... О, хавчик. Нормально, это тоже можно употреблять в еду. Так, нам туда или туда? Ну-ка, что у нас по карте? У нас и так два пути. Ну, давайте в бокс сходим, посмотрим, куда мы, по крайней мере... Мне вообще назад, мне сюда не надо. Что, блин? Так, а что если наверх? Там можно подняться. Ага, туда наверх можно, значит. Оп. Хорошо, давайте. И теперь туда. Физика мне здесь нравится, кстати. Как оно все сделано, как оно ощущается. Это как-то приятно. А, прикиньте, ну да, оно воткнулось, я ему уже ничего не сделаю, ладно. С кирпичом дальше пойдем. Ой, я могу еще раз поспать? А что будет? Смотрите. То есть есть еще три стадии, которые мне надо. Я опять проголодался. Ладно, это на самом деле не проблема. Лучше постоянные излишки брать. В общем, давайте тогда, ребятушки, на этом закончим. Не знаю, мне пока что обалденно, мне очень нравится. Продолжим тогда в следующей серии. Пока что спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, всем молодушек, всем покеда.